26 декабря 1821 года в Кишиневе молодой Александр Пушкин начинает послание к Овидию, римскому поэту, сосланному когда-то в эти края. В тот момент мечта Александра Сергеевича воплотится в строки, которые разрушат границы эпох, окажутся пророческими и сбудутся. Но главное, они соединят миллионы сердец и создадут на молдавской земле необычное пространство. Историки рассказывают, что центральный Кишиневский парк сменил несколько названий. Однако в мае 1818 года парк не только не имел никакого названия, но даже и не существовал. Именно в это время в столицу недавно присоединенного к России края приехал победитель Наполеона и спаситель Европы император Александр I. Царь, всегда проявлявший заботу о зеленых насаждениях, был удивлен, что в городе с таким благоприятным климатом нет обустроенного места для прогулок. Замечание императора оказалось тем зернышком, из которого затем родилась зеленая территория для публичных гуляний. Многие годы об этой истории напоминала скульптура царя, установленного в Центральном парке. Молодой Пушкин, отправленный Александром I несколькими годами позже в Бессарабию в ссылку, часто бывал в городском саду, любил здесь прогуливаться и отдыхать. Несколько деревьев долгожители и сейчас хранят память о тех временах. А исследователи жизни и творчества поэта одну из парковых аллей так и называют – Пушкинской. Если подойти к этой старой акации и приложить руку, то можно почувствовать тепло Пушкина, тепло его возлюбленной гречанки Калипсо Полихроне и сопровождавшего их тогда юного молдавского писателя Константина Негруци, который оставил память прекрасную новеллу «Калипсо». Молдавский писатель Константин Негруци в литературных заметках рассказал о частых прогулках в парке молодого Пушкина и Калипсо Полихроне. Он вспоминал, что юная куртизанка Калипсо бежала в Кишинев из Константинополя. В то время в городе шли разговоры, что будто бы она была возлюбленной мятежного поэта Байрона. Калипсо говорила на греческом и молдавском языках, которых Пушкин не знал. Но это обстоятельство не смогло стать преградой для двух пылких сердец. Юная гречанка часто пела и танцевала для опального поэта. Пушкину очень нравилась легенда о том, что Калипсо – это именно та гречанка, которая целовалась с Байроном. И в конце концов он оставил в память о ней замечательные поэтические строки. Ты рождена воспламенять воображение поэтов, его тревожить и пленять любезной живостью приветов, восточной странностью речей и блистанием зеркальных очей. И этой ножкой нескромной ты рождена для неги томной, для упоения страстей. После отъезда Пушкина из Кишинева здесь живо обсуждали все новости о нем, пристально следили за его творчеством и поворотами судьбы. Между городом и поэтом существовала живая человеческая связь. Идея увековечения памяти Пушкина была очень сильно подогрета страшным известием о кончине Александра Сергеевича Пушкина, о его убийстве. В местной печати появилось сообщение об этом. Сообщение о том, что в Москве установлен памятник поэту, вдохновило и Кишинев. Здесь решили последовать примеру столицы. Памятник был заказан создателю монумента в Москве Александру Опекушину. Однако пожертвований хватило только для изготовления бронзового бюста в натуральную величину. Опекушин предложил изящное творческое решение – возвысить бюст классической колонны. Памятник органично вписался в живое окружение из деревьев и кустарников и вскоре предстал кишиневской публике. Монумент открывали дважды. В 1884 году было оформлено памятники, было везде объявлено по всем газетам. Фактически народ съехался, гостиницы переполнены, все готовы к открытию памятника Пушкину,
И вдруг появляется короткое сообщение о том, что по неизвестным причинам открытие памятника откладывается. В конце концов, на лицевой части переделали надпись, поменяли год с 84 на 1885 и 26 мая, день рождения Пушкина, в 1885 году памятник торжественно, принародно, при скоплении огромного количества горожан, гимназистов, был открыт. И с тех пор к этому месту идут и идут люди. Кишинев стал вторым после Москвы городом, где был установлен памятник поэту. Монумент благополучно пережил революцию и две мировые войны. В августе 1944 года в ходе Яско-Кишиневской операции, когда шли жестокие бои, в городе многое было разрушено. Однако на территорию парка не упал ни один снаряд. Сразу после освобождения на площадке возле Пушкина расположился зенитный расчет. Известный молдавский художник Леонид Григоращенко, участвовавший в боевых действиях, сохранил для потомков это необычное соединение поэзии и войны. На рисунке художник оставил воспоминания. Пушкинский парк являлся военным лагерем. Ночью под светом прожекторов гул стоял невероятный. Разрывы снарядов, запах пороха. Но у памятника всегда были цветы. В сентябре 1944 года линия фронта ушла дальше на запад. Город стал постепенно восстанавливаться, а люди возвращались к мирной жизни. В эти дни литературовед и книголюб Борис Трубецкой прибыл в столицу Молдавии. Подыскивая себе квартиру и попутно изучая Кишинев, он оказался в центральном городском саду. В глубине заросших аллей Борис Трубецкой увидел памятник Пушкину. Война не тронула монумент, и Трубецкому показалось, что это пространство живет по каким-то своим законам. Оно притягивало каждого, кто его узнавал. Тогда Борис Трубецкой понял, что это пространство позвало и его. Отыскивая следы пребывания Пушкина в Кишиневе, он часто бывал в старом городе, и старожилы отвели его к ветхому, вросшему по окна в землю, домику на улице Антоновской. Они утверждали, что здесь когда-то останавливался и жил Александр Сергеевич. Послевоенный Кишинев, разруха, эти дома мазанки или там каменные с глиной. И люди там что-то пытаются пристроить, чтобы жить в этих домах. И ходит между руинами человек совершенно с другой целью. Он ищет определенное здание. И он его нашел. Вот этот дом. Борису Трубецкому удалось отыскать неоспоримые доказательства проживания поэта в домике на улице Антоновской. Кроме свидетельств современников Пушкина, был найден план старого Кишинева. Городок в то время состоял в основном из ветхих и причудливых строений, окруженных огородами, где выращивалось все необходимое. И лишь около десятка домов были из камня. Один из них, боярина Донича, занимал наместник Инзов. Некоторое время здесь проживал и Пушкин. Но, увы, ни это здание, ни другие, где также останавливался поэт, не дожили до наших дней. Борис Трубецкой установил большинство мест, где бывал Александр Сергеевич, и маршруты его поездок по Бессарабии, связь написанных здесь произведений, исторических событий и окружавших поэта людей. Борис Алексеевич, он, конечно же, заложил вот основы, он фундамент. И вся дальнейшая пушкинистика, соглашаясь или не соглашаясь, протестуя или добавляя, она все-таки пляшет, это та печка, от которой вся пушкинистика молдавская пляшет. Музей поэта на улице Антоновской был открыт 10 февраля 1948 года по инициативе молдавских писателей. Это было сложное послевоенное время, полное лишений. Но все чаще на лицах людей можно было встретить счастливую улыбку. Кинохроника сохранила для нас эти мгновения и внешний вид дома-музея тех лет. Современный облик дом-музей Пушкина приобрел уже в 80-е годы. После тщательной реконструкции к домику Пушкина была присоединена и экспозиционная часть. Вместе они образовали музейную территорию. За это время сотрудники и исследователи собрали уникальные фонды.
подлинные документы. Книги Пушкинской библиотеки, произведения искусства, предметы быта воссоздают ушедшую эпоху и связывают ее с современностью. Так возникло уникальное духовное пространство, сотканное из мыслей и чувств любителей творчества Александра Сергеевича и его поэтических образов. Россия и Молдавия до сих пор скликаются этим именем, потому что, когда стали появляться и экспонаты, и в 80-е годы, когда была особо оживлена деятельность домика, наша жизнь знакомилась с удивительными людьми, коллекционерами, которые в Ленинграде буквально открывали свои души, ждали нас, кишиневцев, чтобы поделиться, чтобы это пушкинское пространство было в Молдавии особо представлено. И Молдавию любили не только как в том прекрасном состоянии, которое описал ее Пушкин, как прелестную и священную страну, но и как понимание духовности, которое есть у молдаван и у русских, которое особо их связывает. И вот эта любовь наполнялась впоследствии коллекциями, экспонатами. Впоследствии мебель, которую мы с вами видим, она тоже вся из 19 века. Она редкая и в Петербурге была, и заняла достойное свое место в наших залах, в нашей долне. И любое пространство, оно бы никогда не было создано ни чиновничьим состоянием, ни людьми, которые могли бы давать какие-то артикулы сверху. Это создавалось только любовью нормальных, очень достойных, духовных людей, которые, может, даже иногда и не задумывались, насколько волшебно работало и работает имя Пушкина сейчас. Как и прежде, сегодня главная экспозиция музея посвящена пребыванию Пушкина в Молдавии. Здесь издали минувших лет смотрят на нас друзья и знакомые, окружавшие поэта. Все те, с кем Пушкин общался, кому посвящал поэтические строки. Появлению в выставках нового экспоната всегда предшествует исследование. По существу, это выстраивание человеческих взаимоотношений, в центре которых Пушкин, его жизнь и творчество. Всегда, начиная работу, бросаешься как будто в неведомое, потому что не знаешь, что получится. И каждый экспонат открывается заново, узнаешь и какие-то интересные нюансы, роешься в энциклопедиях, в интернете. И еще я люблю такой момент, когда уже все готово, но еще никто этого не видел. И я люблю остаться одна и как скупой рыцарь владеть вот этим. Я знаю, что будет завтра, будет открытие выставки, будет красиво, торжественно. Придут, увидят, оценят. Но вот того чувства обладания вот этим всем уже не будет. Я это просто обожаю. Быть рядом с Пушкиным и постоянно соприкасаться с его поэзией Ольга Батаева считает подарком судьбы. А его дополнение – встречи с людьми, которых притягивает пушкинский мир. Истории этих встреч и знакомств рассказывают экспонаты. Кишиневцы были одними из первыми, кто решил в своем городе установить памятник Пушкину после Москвы и Петербурга. И на свои собственные средства по подписке они собирали деньги и отослали их Александру Михайловичу Апикушину. Тот, получив эту сумму, сказал, что денег недостаточно, потому что хотелось в Кишиневе установить точно такой же памятник, как в Москве, но в обычный человеческий рост. И тогда Апикушин предложил вот такой вариант – точную копию бюста московского памятника. А гипсовый макет, с которого он был отлит, он подарил кишиневскому городскому главе Карлу Шмидту, человеку, который очень много сделал и для нашего города, и для открытия памятника. Долгие годы этот бюст хранился в доме Шмидта, затем он умер, отдав его детям. И дети выехали из нашей страны, оставив его на хранение своей экономки. И женщина более 40 лет хранила этот дар, надеясь, что хозяева вернутся. Но, к сожалению, она умерла, так и не дождавшись их. И тогда обнаружилось, что у нее в доме есть доселе неизвестный бюст Пушкина. И к нам в музей позвонила народная артистка СССР Тамара Чуван, известная исполнительница молдавских народных песен, и рассказала об этом. И каково же было удивление наших сотрудников, когда они, приехав в этот дом, нашли памятник, который они хорошо знали, который известен всем жителям Кишинева, тот самый, который установлен в парке. И вот с тех пор он занял то место, которое ему суждено, видно, было занять, и является одним из наших главных экспонатов, встречает наших посетителей.
И все же самые главные экспонаты музея – невидимые, родившиеся в Кишиневе произведения и поэтические наброски. В одном из залов поселились главные герои романа «Евгений Онегин», и посетители могут представить себе, например, в какой обстановке Татьяна писала Евгению свое любовное послание. А под сенью хаты скромной, где устраивала пир пушкинское воображение, поэта, как и прежде, поджидает муза и ее неизменная спутница – чернильница. Исследователи установили, что в Кишиневе из-под пера Александра Пушкина вышло более 200 сочинений. Пребыванию поэта в Кишиневе посвящены многочисленные воспоминания, статьи и научные труды. И тем не менее, этот период жизни Пушкина продолжают изучать. Виктор Кушниренко считает, что кишиневские годы были временем творческого взлета для Пушкина, а весна 1821 года стала уникальным поэтическим явлением в его жизни – Бессарабской весной. «Когда везде весна молодая с улыбкой распустила грязь», – написал Пушкин. И вот он с таким восторгом, вдохновением летит из Каменки весной 1821 года сюда, в Кишинев. Было очень много причин, по которым он спешил сюда, в Кишинев. И потому что была весна, прекрасные годы, любимое время, время вдохновения поэта. И потому что началось здесь греческое восстание, этерия, и Пушкин думал непременно участвовать в нем. И потому что это был период, когда везде по всей Европе проходили национально-освободительные движения. И вообще в то время Пушкин думал, что вот произойдет такое прекрасное стечение обстоятельств. Император простит его, и он назад вернется в свои столицы и будет дальше жить и творить счастливо, так как он когда-то это делал до ссылки. И Пушкин думал, он свалится друзьям, как снег на голову. Но с чем он свалится, с чем он приедет в столицы? И вот тогда, задумавшись над этими вопросами, он начал творить и явил нам знаменитую Бессарабскую весну 1821 года. Это был период наивысшего творческого вдохновения поэта здесь, на молдавской земле, задолго до болдинской осени. Весеннему творческому подъему поэта посвящена уникальная исследовательская работа Виктора Кушниренко. В книге в хронологическом порядке собраны стихотворения, поэмы, дневниковые записи, автографы, рисунки, созданные Пушкиным в марте-мае 1821 года. Впервые с творчеством Александра Сергеевича Виктора познакомил отец. Первое имя, которое я услышал, имя Пушкин, было от отца. И первые сказки о Пушкине, которые я услышал, пушкинские сказки, рассказывал мне отец живьем, так же, как и русские народные сказки. Но, с другой стороны, это была очень большая трагедия, потому что в 1937 году, когда отмечался юбилей пушкинский, в том же году было арестовано очень много людей. В числе арестованных был мой отец. И спустя 10 лет, когда он вернулся домой, из 5000, которые были выброшены под Новый год в Архангельские леса, осталось живых 500 человек. И вот среди этих людей оказался мой отец, который после моего рождения с улыбкой, весело, вдохновенно рассказывал Пушкина мне так, как я сейчас пытаюсь рассказывать и доносить до тех людей, с кем я общаюсь. Но по-настоящему загадка пушкинского гения увлекла Виктора Кушниренко в студенческие годы. Когда я занимался в университете на филологическом факультете и начали читать курс лекций о Пушкине, то так же, как курсы лекций о других писателях, никто на филфаке не слышал, не слушал. И вдруг совершенно неожиданно преподаватель говорит о том: «Не могу понять, что это за Пушкин? Пишет такие великолепные стихи, в восторге вся Россия ему поклоняется. Он такой шалопай, ведет такую беспутную жизнь, значит». И вот эта мысль, как это в одном человеке, в одном русском человеке соединяются две вот эти стихии, вот это меня как-то запало мне в душу, и я начал очень серьезно, глубоко интересоваться не только творчеством Пушкина, но прежде всего его жизнью. Хоть и очень многое известно о Бессарабской весне Пушкина, но, по мнению Кушниренко, этот период таит в себе еще немало загадок и секретов. Если так даже говорить мазками,
Вот, то очень много пришлось решать творческих вопросов неясных. Как Пушкин приехал вообще в Кишинев, с чем он приехал, как он уехал в Каменку, и вообще там события, связанные с тайными обществами, они неясны, это я уже прояснил в своей книге, попытался, во всяком случае, сделать. Когда, как и почему Пушкин стремительно возвращался в Кишинев весной 1821 года, а потом оказалось, что это вообще был огромнейший творческий взрыв, это уже было мое научное открытие, когда вот я приблизился к тому, что происходило с Пушкиным весной 1821 года. Или, скажем, говорят о том, что для Пушкина кризисный самый тяжелый год был 1823. А если мы посмотрим по летописи, по событиям, которые происходили, и по самому творчеству Пушкина, мы увидим, что вот это кризисное тяжелое состояние, действительно тяжелое состояние, у него происходило в 1822 году. А 23-й год, как бы там о каком кризисе ни говорили, Пушкин все-таки начал писать Евгения Онегина. Виктор издал летопись воспоминаний современников Пушкина «В стране сей отдаленной», продолжает изучение пушкинских мест, став их хранителем. Наиболее известна сама Пушкинская горка, где располагается музейный комплекс. Это старая часть города, и вот по этой бывшей Инзовской улице Пушкин очень часто спускался на свидание со своей любимой гречанкой Калипсой Полихроне или поднимался в новый город, где проводил время с друзьями. На самой вершине, откуда был виден весь Кишинев и все самые его прекрасные виды, находился роскошный особняк Донича. Там жил наместник, там жил Пушкин, и там он пережил блистательную Бессарабскую весну 1821 года. За одну весну Пушкин написал около 65 произведений. За время пребывания в Кишиневе Пушкин посещал около 40 домов и имел очень широкий круг знакомых. Многие семьи отличались гостеприимством и встречали молодого поэта с большим радушием. Один из таких домов, принадлежавший члену Верховного Совета Бессарабии Егору Кирилловичу Варфоломею, сохранился до наших дней. Дочь молдавского чиновника Пульхерица славилась в местных кругах красотой и тем, что в 1818 году она единственная вальсировала с императором Александром I. Ну а теперь деву голубицу вспоминают благодаря проникновенным, полным восхищения строкам императора русской поэзии Александра Пушкина. Это был какой-то такой очаг культуры, где он познакомился очень широко с местной культурой, потому что здесь очень много проводилось вечеров. Пестрый дом Варфоломея почему тогда так часто говорили? Потому что отец пристроил здесь пеструю залу, разукрасил ее для того, чтобы побольше проводить вечеров, чтобы быстрее выдать замуж свою дочь-красавицу. И Пушкин здесь как бы вникал, как тогда говорили, в дух народный. Сам Варфоломей был очень человек гостеприимный. Он мог сидеть на диване с чубуком, поглядывать в окошко и ждать, когда появится кто-то. Особенно если Пушкин, Горчаков, его приятели обязательно посылал человека, чтобы пригласили в дом, потому что Варфоломей сам никогда за стол не садился. Ему надо было, чтобы были друзья, были знакомые. Особые отношения сложились у поэта и с другой кишиневской красавицей Екатериной Стамо из рода Ралли. Отношения поэта и замужней красавицы в чем-то напоминают одну из сюжетных линий романа Евгения Онегина. Здесь покоится прах бессарабской Татьяны, молдаванки Екатерины Ралли, которая во времена Пушкина была замужем и носила фамилию Стамо. Пушкин был влюблен в Екатерину и сделал ей два объяснения в любви. В 1821 году он написал две очень чувственные элегии, посему адресованные именно этой женщине. Но Екатерина была замужем и ответила так же, как потом ответила героиня Евгения Онегина: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Именно от Екатерины исходит предание о внезапном исчезновении поэта в окрестностях имения Ралли и его романтической встрече с цыганкой Земфирой.
Род Ралли известен в Молдавии 17 века и имеет греко-итальянские корни. Землями в районе села Долны и Юрчены Ралли стали владеть после русско-турецкой войны и включения Бессарабии в состав России в начале 19 века. Здесь ими было основано и построено из камня имение, и православная церковь. В Кишиневе Александр Сергеевич Пушкин посещал балы и вечера в домах именитых бояр города. И особенно часто видели поэта в доме зажиточного бессарабского помещика Замфираки Ралли. Это был вдовец, у него была многочисленная дружная семья, 5 сыновей и 3 дочери. Он рано остался вдовец и сам воспитывал этих 8 детей, но все получили хорошее образование, учились в гимназиях. В доме у Замфираки Ралли все дети в совершенстве говорили на 4 языках. Так как они греки по происхождению, они очень хорошо знали греческий, русский, французский. Это был дом высоких дум и забот, как говорили о них современники. Особенно дружен поэт был с Иваном Ралли. Именно с ним он совершил знаменитую поездку в имение, чтобы познакомиться с жизнью и нравами цыган. Спустя несколько лет Пушкин направил в адрес семьи дарственный экземпляр своей поэмы, где в чудном сплаве растворились необычные впечатления и авторская фантазия. Утешься, друг, она — дитя. Твое уныние безрассудно. Ты любишь горестное и трудное, а сердце женское — шутя. Взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сияние льет она. Заглянет в облако, любое. Его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое. И то недолго посидит. Кто место в небе ей укажет, примолвя, там остановись? Кто сердцу девы юной скажет, люби одно, не изменись, утешься. Необычность пушкинских образов и красота здешней природы сформировали магическую силу, которая притягивает сюда поклонников поэзии и наделяет их желанием вновь посетить эти места. Всех вот объединяет то, что они именно сюда приезжают на пикник, то, что они идут на поляну Земфиры, то, что они опять-таки представляют, что там когда-то были цыгане с табором, и что Пушкин здесь влюблялся и писал какие-то свои работы. Первые сказки, которые начинают рассказывать детям, это сказки Пушкина, потому что они необычайно лиричны. У них своя ритмика, которая легко запоминается, которая очень приятна на слух. Потом, когда начинаешь подрастать, начинаешь перечитывать уже другие произведения, даже и школьные программы, но они немножко уже по-другому смотрятся. И слушаются, и как-то чувства бесконечные. Пушкинские дни в Долне, по традиции, воцаряется дух творчества и раскрепощения. Возникает особенная атмосфера, которая знакомых мгновенно превращает в друзей. И от того, что сегодня столько у Пушкина людей, вот именно разных национальностей, разных поколений, и все они абсолютно счастливы, и свободные, и радостные, и вот и гуляют, и танцуют, и поют, и хохочут, и плачут. Это так хорошо, что вот ощущение вот такой вот сентиментальной, сумасшедшей эйфории. И не будем этого стесняться. И самое главное, пушкинский праздник в Долне – это всегда встреча двух культур – молдавской и русской, объединенных душою и творчеством великого поэта. В 1948 году вышел в свет том избранных произведений Александра Сергеевича Пушкина на молдавском языке. Это было заметное для сложных послевоенных лет солидное издание в калинкоре. Эмилю Калдеску в ту пору было чуть больше 10 лет. Купить этот пушкинский томик стало главной мечтой маленького Эмиля. В то время, послевоенные годы, это стоило очень дорого для нас, 20 рублей эта книга.
вот до сих пор сохраняется она. И вот здесь, здесь есть портрет Пушкина. Я из этого портрета купил. Почему? Потому что я очень хотел его нарисовать. Ну, нарисовал я этот портрет. Очень доволен тем, что я сделал. Потому что здесь черно-белый, я карандашом сделал. Обсыпал его клеем вот от вишни, вишневым клеем, с сахаром. Так, чтобы блестело хорошо, держалось хорошо. И поставил на завалинку. Для того, чтобы ознакомиться с первым рисунком Пушкина руки Эмиля Калдеску, собрались нежданные гости. И к вечеру я вспомнил, что там он высушился, наверное, это было летнее время. Пришел и ужаснулся. Стал истерически кричать. Мама пришла, стала, то тоже, что с тобой случилось? Говорю, смотри, что. А на этой бумаге, она была вся облеплена мошкарой. Маленькими, большими мухами, всякими. Это был первый неудачный рисунок. Кроме того памятного, первого рисунка, заслуженный художник Молдовы посвятил Пушкину около 30 работ. Они выставляются в музеях Измаила, Одессы, Кишинева, Долны. Я не хотел сделать Пушкина с каким-то ореолом, как обычно учат в школах и так далее. Я хотел сделать Пушкина человека. Человека, который, тем более, что он молодой, к нам приехал совершенно мальчиком, 20 лет, когда сейчас буквально их пичкают и 20, и в 30 лет, говорят, мой сыночек, он был самостоятельный. Притом он здесь написал лучи свои, начало своих лучших произведений. Большая часть пушкинианы, созданной Эмилем Калдеску, отражает молдавский этап в жизни поэта. А вот Долну знает вся Молдавия, не только Молдавия, знает мир, только потому что здесь Пушкин был. Был он в гостях, был здесь он неделю, две, никому до сих пор так по-настоящему неизвестно, сколько был. Месяц был, может быть, меньше, трудно сказать, но оставил большой след. В своих работах Эмиль Калдеску стремился запечатлеть те особенные состояния и настроения, которые испытывал и переживал поэт, оказавшись в неизвестном ему крае. В Долне находится 5 произведений. Пушкин «Между цыган», который вот здесь вот. Есть Пушкин в Долне, который я вот собирал материал. Осталось Пушкин, гуляющий по Кишиневу, когда он первый раз приехал. Здесь еще есть еще одна работа, вот по его стихотворению «Черная шаль». Издание стихотворений Пушкина 1948 года Эмиль Калдеску сохранил и недавно подарил эту редкую послевоенную книгу Дому-музею Пушкина в Кишиневе. За время существования музея в фонд переданы тысячи книг, картин, гравюр, рисунков. Они стали фундаментом уникального пространства, которое соединило тысячи судеб, замечательных чувств и человеческих открытий. Открытий Пушкина и открытий себя. В 10 классе Александра Юнко начала писать свое самое главное сочинение в жизни – о Пушкине. Почему о нем? Он был ее соседом. Живя поблизости от дома-музея, Александра всегда ощущала незримое присутствие поэта. Я выросла на улице, которая от Пушкина горки идет Благовещенской церкви. Она называлась Благовещенская. И во времена моего детства никто не называл советское по-советски улица Тельмана, говорили Благовещенская, Кацыковская, вот где масонская ложа, и так далее. Вот. И в детстве мы с этой горки скатывались на санках, это был высший пилотаж, горка тогда была повыше, совершенно не задумываясь о том, что нас окружает. И только потом, когда подросли, вот это вот Пушкин, который проник в эту жизнь, любой кудрявый мальчишка назывался Пушкин. Масса анекдотов вне литературных ходила об этом. И была сама горка, на ней стояла моя школа. Я топтала ее каждый день, не задумываясь. И была улица Пушкина-горка. И было ощущение, что так должно быть. Чуть позже, после окончания филологического факультета университета и написания собственных произведений, пришло понимание, что Пушкин не только гений, живший по соседству. Он не просто здесь наслаждался, он был здесь свободен.
он тяготился, ему казалось, что он в плену. А когда он попал в Одессу, он смог сравнить. Он там был не свободен. Там тоже порт огромный, европейский город, много впечатлений, много иноязычных лиц. А здесь он был свободен. Вот разница. И вот эта вот возможность быть внутренне свободным, это, наверное, главный урок, который можно получить от Пушкина. Уже много лет Александр Юнко публикует в молдавских газетах свои заметки о Пушкине. А в еженедельнике «Русское слово» пушкинские чтения проходят, не прерываясь, из номера в номер. Александр Юнко всегда обнаруживает новую тему для своего главного сочинения. Я ведь пишу не как научный сотрудник. И многих людей, кто профессионально занимается пушкинистикой, это может раздражать даже. Но суть в том, что я стараюсь, вот я как читатель, как человек, которому Пушкин не двоюродный, а родной. Потому что я родилась в средоточии пушкинских мест, потому что я филолог, потому что я русский литератор, русский журналист. Для меня это вот язык, база, и есть Пушкин. Ее любимые томики произведений поэта – те, что когда-то подарили в Доме музея за победу в конкурсе школьных сочинений. Книги давно уже приобрели необычные свойства. Сами выбирают страницу и открывают место, время и пространство новой встречи с поэтом. Всегда, когда нет темы вот такой внешней, всегда можно открыть восьмитомник, маленький пушкинский восьмитомник, который я в 10 классе получила в музее Пушкина. Это лучшие книги в моей жизни. Потому что есть академические собрания сочинений Пушкина, но это маленькие книжки, и они у меня всегда раскрываются на том месте, на котором нужно. Литературный календарь частенько приносит в дом-музей часы преображений. В благородных стенах звучат пленительные голоса, льется музыка, шквалом взрываются аплодисменты. Однажды после выступления в Доме музея актер Иван Головин испытал желание глубже окунуться в творчество Александра Сергеевича. Чем глубже его читаешь, тем больше вопросов возникает. Больше вопросов, больше еще хочется понять, найти на них ответы. После этого возникла идея создать свои программы по произведениям Пушкина. Помню первую программу, я сделал по сказкам Пушкина. И выступал с ними по школам здесь, в Кишиневе. Потом я сделал еще одну программу по Евгению Онегину, восьмую главу Евгения Онегина. Это такая была литературно-музыкальная композиция, как тогда называлась. Но обстоятельства сложились так, что Иван Головин вместе с семьей покинул Молдавию. В далекой Аргентине актер понял, что Пушкин стал его путеводной звездой. Оказалось, что и здесь публике Пушкин так же интересен, как и на родине. Иногда произведения поэта звучали в аудиториях, впервые слышавших русскую речь. Им было интересно слушать ритм пушкинского стиха, музыку русского языка. Через некоторое время Иван Головин перебрался во Францию. После Аргентины вот, судьба, наверное, тоже какой-то пушкинский дух послал мне Жан-Люка. С ним встретились тоже благодаря Пушкину, играли с ним сказки. А затем родилось еще 5 проектов. И главное, воплотилась мечта Ивана Головина создать спектакль «Моцарт и Сальери из маленьких трагедий». В постановку был введен хор и еще один условный персонаж. Свой интерес к этому драматическому произведению Пушкина Жак Люк объясняет так. «Des grands poètes, c'est de traverser les siècles. Cette histoire de la jalousie, écrite par Mozart, par Pushkin à propos de Mozart et de Salieri, il aurait pu l'écrire pour d'autres personnages célèbres. Il a choisi ces deux-là. Bon, c'est peut-être par facilité, mais ce qui est sûr, c'est que le thème de la force des artistes, est-ce qu'ils sont hors de la société ou dans la société? Est-ce qu'ils peuvent être des génies et des hommes de la plus vile condition capables d'assassiner? C'est toujours d'actualité. Жак Люк, работавший в комедийных амплуа, открыл мир Пушкина в Москве. Обнаружил в себе, когда неожиданно узнал, что у него с великим русским поэтом есть что-то общее. Ma rencontre avec Pushkine, c'est la rencontre avec une femme extraordinaire, qui s'appelle Nika Kosenkova,
qui est metteur en scène à Moscou. Quand elle m'a fait travailler comme comédien, elle m'a dit « Tu as l'énergie d'Alexandre Pouchkine ». А недавно соединение русской и французской речи, столь обычное для самого поэта, вновь зазвучало в Кишиневе. Коллизии двух музыкальных гениев – Моцарта и Сальери. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. В жизнь маленького Вани Пушкин пришел как вестник другого мира, а в этом была война. Горели дома. Днем и ночью от разрывов снарядов полыхал горизонт. Когда советские войска освободили родные Алешканы, произошла встреча, благодаря которой Ваня Устиян понял, что мир бывает совершенно другим, и в нем живет красота. К нам наведался офицер Иван Васильевич с 10 солдатами и с врачом, и женщина, и врач. И дед очень этому обрадовался и предложил им постой. Они согласились. И как раз этот случай сыграл для меня очень благотворную роль. Иван Васильевич, молодой советский офицер, обратился ко мне, естественно, по-русски. И я его понял и сказал, что меня зовут Иван. Он сразу обрадовался, взял меня на руки и говорит: «Тезка». Потом из полевой, как тогда у них офицеров были, полевые сумки, достал мне томик, такой сборник, это не томик Пушкина, а сборник, где были произведения Пушкина, самые выдающиеся, самые патриотические, особенно, очевидно, был сборник специально сделан для фронтовиков. Иван Григорьевич Устиян часто вспоминает ту необычную встречу, соединившую для него войну и поэзию. Вспоминает, потому что считает, что она повлияла на его жизнь и заронила интерес к творчеству Пушкина. Эту книжку я носил с собой, пока она, в общем-то, исчезла от чтения. Я знал наизусть все те стихотворения этого сборника. Я знал наизусть потом Евгения Онегина. В жизни Ивана Устияна профессия и увлечения никогда не соревновались, а взаимно дополняли друг друга. Это казалось невозможным. Сухая политэкономия и страстная литература. Так происходило и во время учебы в экономическом вузе, и во время работы. А по экономической стезе Иван Устиян дошел до должности премьер-министра Молдавии. Но лед и пламень объединялись благодаря Пушкину. Пушкин мне помогал, когда я уставал от такой жизненной прозы моей темы, от цифр, от расчетов, то я всегда находил отзвук, отклик и отдых в произведениях Пушкина. Но для того, чтобы открыть для себя всю глубину Пушкина-экономиста и понять, что же таится между строк, Иван Григорьевич прочитал все произведения, которые когда-то изучал Пушкин, и работы тех, кто исследовал его творчество. И когда, став взрослым, я сделал для себя открытие, что он прекрасно знал политэкономию, и что все творчество Пушкина, как говорят пушкинисты, является написано под углом зрения политической интонации, что она несет именно политэкономический заряд, то есть социологический заряд, и потому она исторична, философична и так далее, то я не мог остановиться на полпути и, конечно, уже прочно с 70-го года, 1970-го года в стенах Академии общественных наук в Москве стал очень углубленно изучать все политэкономические концепции Пушкина. Так в жизни Ивана Устияна увлечение и профессия слились. И благодаря этому он сумел открыть необычные свойства пушкинских произведений, где от героя протянуты невидимые жизненные нити к экономике. У Тимирязева есть красивое выражение, что в нашем мозгу играет солнечный луч. Так вот, если этот солнечный тимирязевский луч играет в нашем мозгу, то этот солнечный луч носит
информации пушкинских произведений у меня в мозгу постоянно. Как и памятник поэту, Кишиневский дом-музей стал магнитом для тех, кому дорого творчество и имя Александра Сергеевича. Необычность этого места привлекает многих. Тот мощный след, культурный, цивилизационный след, который он оставил и в жизни Молдовы, и который остался в его творчестве после пребывания на молдавской земле, те замечательные люди, с которыми он здесь познакомился, которые вдохновили его на прекрасные стихи, те образы, которые он здесь почерпнул из окружающей действительности, это в какой-то степени, как сейчас говорят, народная дипломатия, дипломатия искусства. Это, если хотите, может быть провозвестник вот той новой революции в дипломатических и международных отношениях, которая происходит в наше время, когда говорят, что чаще конфликты и противоречия решают уже не пушки, а решает сила авторитета, сила культуры. Поэтому вот в этом плане Пушкин – это человек вечности, на мой взгляд. И в Молдавии он это в значительной степени проявил, все эти свои качества. Атмосфера дома-музея Пушкина в Кишиневе давным-давно пропиталась свойствами самих произведений поэта. Она, так же, как и пушкинские стихи, обладает способностью раздвигать границы. Происходит это во время творческих встреч, которые соединяют домик с разными уголками Молдовы. Однажды такая встреча в селе Иванча завязала новый узелок человеческих отношений. Была осень, золотая, вокруг падали листья, там этот лес роскошный. И на встрече с учителями вдруг появляется рыжеволосая, зеленоглазая красавица и поет нам свою песню «Перезвоны России». И мы были все ею очарованы, пригласили ее спеть в Долне эту песню. А потом так сложилось, что она переехала в Кишинев, и мы уже с тех пор дружим. Благодаря этому возник новый творческий союз, а в пушкинский домик пришли оригинальные песни и музыка, результат соединения двух ярких индивидуальностей. Ну, как-то никогда не думала, что буду писать песни, стихи на эту тему. А настолько понравились люди, вот мои новые друзья-пушкинисты, говорю еще раз, они настолько вдохновенно пели. Мне просто хотелось им сделать такой небольшой подарок, написать побольше песен современных, пополнить их новый репертуар для того, чтобы они свою благородную миссию выполняли бы немножечко в таком облегченном варианте, потому что они ездят из школы в школу, из деревни в деревню, зимой, летом, круглый год, невзирая на погоду, на слякоть, и когда очень трудно добираешься в дороге, а потом выходишь к детям, когда ты поешь вот такой вот современный репертуар, то, мне кажется, он им помогает. Ну и я частично себя вот чувствую рядом с ними, как помощница такая, как ангел-хранитель, может быть, на каких-то 2-3 секунды, пока они поют эту песню. Первые свои песни Анжела Арсении написала для детей, а работы, посвященные Пушкину, по мысли Анжелы, помогают ее ученикам понять век поэта, почувствовать его самого, соединить мир прошлого с днем нынешним. И чтобы это получилось, иногда нужно подняться и на облака, откуда многое видится иначе. Пусть мы немножко летаем на облаках, витаем в воздухе. Я, в принципе, по земле очень редко хожу. Мне там лучше, на этих облаках. Наверное, так лучше и для детей, и для меня. Все равно должна быть какая-то сказка в этой жизни. Если ее нет, то очень грустно жить на свете. Пушкину сегодня все же не столь просто пробиться к душам и умам детворы. Многое из того, что говорится, давно превратилось в штампы и глянец, и лишь мешает слышать чистый голос поэта. Но когда контакт происходит, то это сразу становится заметным. А ребята вот после изучения Пушкина хотят совершить доброе дело, хотят проявить в себе какие-то, найти в себе, может быть, даже какие-то такие возвышенные качества. Для них очень важно вот такие понятия, как сердечность, добропорядочность, великодушие. И меня это очень радует. В пушкинской серии Анжеле особо дорог романс «Ваш век 19-й». И потому, что он родился спонтанно, сразу после знакомства со стихами. И потому, что это соприкосновение сердец, прямой диалог с поэтом, своеобразная перекличка эпох. Увы, но мы с вами не будем.
26 декабря 1821 года в Кишиневе молодой Александр Пушкин начинает послание к Овидию, римскому поэту, сосланному когда-то в эти края. В тот момент родятся строки, которые разрушат границы эпох, окажутся пророческими и сбудутся. Но главное, они соединят миллионы сердец и создадут на молдавской земле необычное пространство. Утешься, не увял Овидию в венец. Увы, среди толпы затерянный певец безвестен буду я для новых поколений, и жертва темная умрет мой слабый гений с печальной жизнью, с минутной молвой. Но если обо мне потомок поздний мой, узнав, придет искать в стране сей отдаленной близ праха славного мой след уединенный, брегов забвения оставя хладную сень, к нему слетит моя признательная тень, и будет мило мне его воспоминания.